Здравствуйте, дорогие мои подписчики. Сегодняшняя наша тема касается привлечения оппозиции подростков к митингам, к акциям возле Национального аграрного университета Армении. Мы видим домовую шашку в руках подростка. Другой подросток аплодирует, также аплодирует студенты с лозунгами сепаратистов. Они поддерживают Кочаряна Саркисяна, в руках которого, как мы знаем, погибли люди в Ходжалы и в других населенных пунктах Азербайджана. То есть оппозиция этим хочет сказать, что дети не должны учиться в школах, а протестовать, присоединяться к акциям и так далее. Мне кажется, скоро Азербайджан предпримет кое-какие выводы от этого. То есть мирное соглашение уже, как мы видим, на кону не стоит. То есть Армения всяким образом хочет затягивать процесс. И Азербайджан должен сделать адекватные меры, чтобы или был подписан мирное соглашение, или не признать территориальную целостность Армении. Спасибо всем за внимание и удачи всем.